Тяжелый КАМАЗ буквально уничтожил «Жигули-девятку», а еще одну легковушку выбил на обочину, словно бильярдный шар. 51-летний житель города Рыбное, управляя автомобилем УАЗ-2109, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение сначала с автомобилем УАЗ-2104, а затем с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия от автомобиля «Жигули» 9-й модели практически ничего не осталось. Ее водитель и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля «Жигулей» 4-й модели получил сотрясение головного мозга и переломы, с которыми был помещен в областную клиническую больницу города Рязани. Еще одна авария произошла в Скопине. Здесь, на перекрестке, 60-летняя дама, управлявшая «Ладой Калиной», не уступила на перекрестке КАМАЗу. Это при том, что грузовик шел по главной дороге. В результате происшествия женщина-водитель и двое пассажиров, в том числе 13-летняя школьница, получили различные травмы, с которыми обращались в больницу. Обеих женщин госпитализировали. Девочка получила ушибы и ссадины, и после оказания ей медицинской помощи она была отпущена. А это знакомые все места. Район мясокомбината в Рязани. Здесь, как сообщают очевидцы, легкомысленная легковушка словно на трамплине подпрыгнула на бордюре, да и перевернулся мир у ее водителя. Пострадавших, по словам тех же очевидцев, нет.